Доброе утро, казахстанцы! Меня зовут Кайрат Клышев. Сейчас мы выходим на митинг в Алмате, во дворец республики. Мы выходим из-за того, что мы хотим в Казахстане демократию, свободу слова, свободу прессы. Потому что так как у нас 30 лет в Казахстане диктатура назарбаевская и его ОПГ, мы хотим перемен побыстрее. В этом году мы добьемся. В общем, спасибо. Ушел я. Армысыздар, казахстандықтар. Қазір сағат, бір сағаттан кейін, 11-де Алматыда Республика сарайында митинг болайын деп жатыр. Қазір шыққалы жатырмыз. Халқым, сіздерге айтарым. Бізге дереу, тез демократия керек. Жерімізден айырыламыз, байлығымыздан айырыламыз. Бірлік жерде тірлік бар, біз бірге күшпіз. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Я Жексебаев Асхат, гражданский активист. Сегодня 6 число, мы выходим на митинг. Есть много вопросов, почему мы это делаем. У многих людей, вот на эти вопросы я хочу сейчас вкратце ответить. Мы выходим на эти митинги не от того, что нам делать нечего. Мы выходим на эти митинги, чтобы у нас в Казахстане были реальные перемены. Нам нужны реальные реформы, нам нужны реальные перемены в политической системе. Нам нужны реальные перемены в экономической системе. Нам нужны реальные перемены в жизни каждого из нас. Мы выходим на этот митинг для того, чтобы в будущем наши дети жили в достойной стране, чтобы мы гордились нашей страной. И чтобы у нас гордость была не наигранная, а реальная. Чтобы мы, каждый из нас, гордились нашей страной, нашим Казахстаном. Алға, Казахстан! Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Ахмет Хуролан. Қазақстан Республикасының конституциясында 3-ші бабында биліктің бірден бір бастауы ол халық. Яғни мен сол халықтың бірімін. Мен бүгін бейбіт шеруге шығамын. Өзімнің талаптарымды айтуға барамын. Еліміз үшін, бала шағамның болашағы үшін. Алға, Қазақстан! Меня зовут Султанов Абайбек. Сегодня 6 июля. Мы собрались на митинг. Выходим. Я выхожу на митинг ради своих детей, ради будущего своего народа. Салам алейкум. Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар. Мен Смағұл Болат. Бүгін 6 маусым, сағат 11-де болатын бейбіт шеруге шығамыз. Әр қайсымыз шығамыз. Әр қайсымыз балаларымыздың болашағы үшін, сөз бостандығы үшін. Қазақстан мемлекетінде зайырлы, демократиялық республика орнату үшін, парламенттік жүйен орнату үшін ағайындар. Сөз бостандығы еліміз, жеріміз үшін шығамыз. Бәріміз бірге боламыз. Бірлікте күш бар.